Всем привет! Сегодня Томочка у нас тестирует резиночки для фитнеса. Мы тут купили с Алисой, будем заниматься, по крайней мере я. Не знаю, как Алиса. И вот я Томочке предлагаю, у меня там их 5 штучек. Предложила ему сразу зеленую. Томочка явно в восторге. А красная? Как тебе? Томочка, зеленая, она очень тоненькая, поэтому не продери мне ее клювиком, ладно? А вот красная, она потолще. Как тебе? Будешь фитнес-тренером? Будешь? Кря. Ой. Сейчас сделает дырку. Нет, он пока не сделает. Томочка, опа, упала. Осталась красненькая. Алиска, не поднимай. Осталась красненькая. У тебя, между прочим, самочки должны быть красненькие. Ты должен фанатеть от красненького или розовенького. Это более толстое, я не сильно переживаю. Ну как? Пойдет тебе фитнес на пользу? Ты зачем все сбрасываешь? Зеленый мой красавец. Нравится? Не дает. Да не, он не съест, продырявит. Это же не лифчик. Отдай. Вот тебе зеленая. Ну, зеленая, скажи, больше нравится. Все-таки коллега. Ну, в общем, подрастает у нас фитнес-тренер, который будет нас инструктировать. Первый попугай фитнес-тренер. Подписывайтесь на наш канал. Не ешь. Не ешь, не съедай все. Оно мне еще надо. Она такая тоненькая. Ставьте нам лайки. Спасибо за просмотры. Угу, пока. Пока.